Здорово, мои стратегические жевжики. Поиграем опять в пятую цифку дуэльки, в пятой цифке. Приятно иногда вернуться в них. Карта полушария. То есть мы окажемся примерно на одинаковых двух континентах. По идее, они по размеру как минимум должны быть одинаковые. Не знаю, как по ресурсам будет. Ну, хотя бы стратегический баланс работает. Так, вот тут есть уже... Ну, то есть мне выпал Египет, соляной старт, но проблемка, что на этой карте надо бы все-таки на море находиться. Так, что у моего соперника? Блин, турки. Вот это хреново, честно говоря. Так, напишем good luck, have fun. Черт. Может мне не идти теперь на море. Не знаю, как, правда, в этой партии побеждать не на море, но турки на морской карте это очень круто. У него содержание юнитов, во-первых, меньше, во-вторых, он может захватывать... Блин, знаете что, не пойду я, наверное. Давайте я, наверное, вот сюда встану. Это ради Петры. Не пойду я на море, останусь рядом с солями. Так, возможно, имело смысл и на холм встать. Но пока так. Да. Ну, соперник явно на море будет. Хотя, не знаю, он пока ходит. Куда-то. Но вот эта проблема, что мы не на море. Нам нужны теперь искать такие места для моих городов, чтобы они и были на море, но, но чтобы их было тяжело взять. Например, где-нибудь вот здесь такая бухта. Сейчас посмотрим, что тут за бухта, конечно. Ну, зато можно теперь не лететь в науку, не спешить там с выходом. В какие-нибудь Голиасы. Ладно, уберу пока свою рожу. Ну, там чувак гуляет. Ник. Задрот пятой цивы. Я гляну. 3000 часов у него в пятой цивы. Он даже, кстати, в моей группе состоит. Блин, дайте глянем. Это случайное лобби. Нет, тут не очень место все-таки город ставить. Ну, то есть на море, я имею в виду еще на море. Так, что я хочу? А, ладно, что дадут. Тоже неплохо. Сейчас бы найти ГГшку, чтобы сразу с нее дань попросить. О! Зашибись. Это я очень хорошо. Ну, потому что у меня сейчас самая сильная армия получается за счет того, что я взял... А, слушайте, у него тоже, но почему-то я первым считаю. Он тоже нашел руинку, где у него дали... Где ему копье дали. Так, давайте, наверное, сразу один ход и так остался. Давайте тогда вот эту выкупим. Потом можно выкупить... коровку еще будет... Чтобы расти быстрее. Так, давайте я, наверное, через Брюссель хочу просто увидеть, что тут. Ага, ничего. С Брюсселем понятно. Мне надо было сюда идти и так вот прыгать. Так, зона контроля сейчас будет. Так, ну рабочего начнем. Так, у нас по демографии... Еда, производство у меня повыше и деньги по... Ну, то есть это за счет соли. О, тут у нас еще и лошадки есть. Ну, старт, в принципе, хороший, но, повторюсь, проблема в том, что карта морская, а у меня столица не на море. Я не знаю, как на подобной карте, во всяком случае, я не помню, как на подобной карте побеждать, стоя вот... Ну, то есть мне нужен хотя бы один морской город, который... Хоть один морской город нужен, но он должен находиться в таком месте, где его... Где он, не знаю, там с одной клетки обстреливается. Ну, максимум с двух. Иначе я просто не смогу его, ну, защищать.
Так, давайте после майнинга пойдем в лучников, пожалуй. Думаю, стоит ли мне в религию, ну, в священочке лететь. Так, пока. Ну, старт вообще зашибись. В принципе. Ну, хотя другое и производства не особо много. Ладно. Играем. Сюда прыгну. Город вырос, если мы так, 7 ходов. А если на производство переключить? Три хода рабочий. Итак, три хода, значит, так оставляем, чтобы город рос. Ну, еще и две ло... Слушайте, тут у меня еще и эти будут... Как его? Пастбище очень неплохо. Не пастбище, как их... стойло... Как оно называется? Ну, стойло, наверное. Так, как там у моего соперника? У него тоже три еды столько же, производства столько же. То есть у него есть клетка на три еды и две клетки, две еды, одно производство. Ну, наверное, может, лошади тоже. Наверное, так пойду по побережью пока. Эти ГГшка культурная тоже неплохо. Ее надо будет союзить, несомненно. Так, с чего мы начнем? Начну. Конечно, лучше с соли начинать, но соль... У меня пока нечем ее защитить. Давайте мы один ход караван сделаем, а открою лучников, сразу лучников начну. Караваны нам все равно понадобятся. Когда-нибудь. Когда-нибудь. Так, ну... Гончарочку. Тут исследуем. Блин, вот тут, конечно, вот тут прям напрашивается город. Но тут реально плохо. Он реально забирается, блин. Так, пока рабочий не захватывается, потому что тут холм. Так что можно работать. Так, а где вообще чудеса и еще один город-государство? Где чудо природы? Вот место для... Блин, нет. Тут оно, кстати, из четырех клеток обстреливается. Пак. Видимо, вот сюда, где... Где руин... Блин, а если я сюда ставлю, то я до золота не дотянусь. Ну, четвертый радиус, это далековато. Блин, неужели придется сюда ставить? Ну, вот тут, понимаете, из четырех клеток обстреливается. Но все равно это лучше, чем здесь, конечно. Блин, может пожертвовать золотом? Ну, ладно, надо еще всю карту исследовать сначала. Так, вот теперь надо уходить. Так, знаете, боюсь... сюда идти, потому что тут может... Вот тут может появиться варвар и захватить сразу. Ну, у него, судя по всему, там чудеса рядом. Он взял на чудеса. Так, значит, как мы сделаем, наверное, сюда выстрелю. Убью. Так, сюда еще лучника, пока до четырех жителей не вырастет. Дальше календарь нам не нужен, я думаю. Давайте железо еще откроем. 85 золота. Но пока его тратить некуда. Вот, кстати, место какое-то. Возможно, мы сюда поставим.
Ну тут тоже с четырех клеток обстреливается. Потихоньку подделываю везде фермы. Блин, обложили мне реально нужно, видите, больше юнитов. Потому что жопа. Но два лучника мне хватит. И, в общем-то, после лучников поехали в поселов. Да, проблема с поселениями. Ну, плюс он еще развиваться будет хорошо. Он явно на море стоит. О, вот тут какие-то места неплохие. Я думал, знаете, я уже решил, что вот это вот весь мой остров. А нет, там что-то вверх еще есть. Так, так, так. Ой, население, 5 жителей, зашибись. Это, кстати, очень неплохо. Вот тут очень какие-то шикарные места. Вот тут явно где-то надо будет города ставить. Там и золото есть. Так. Фивы уже чисто на производство. Надо, конечно, соль разработать. Я сейчас должен выглядеть чуть посильнее, чем он, но он явно там не рабочего посела строит. Ну, собственно, я тоже строю. Так, давайте потихоньку пока валить отсюда. Так, Брюссель не хочет еще этот лагерь. Ну, я этот лагерь буду уничтожать, когда это Брюссель захочет, естественно. Так, ну мне надо бы выяснить, где город стать. Мне надо вот так вот. Тут у меня желез, 2 железа всего. Охренеть. И вот как тут? Может, еще, конечно, где железо будет? Подождите, у нас же стратеги... Может, у меня город на железе стоит? Нет. Блин, стратегический баланс. Где мое железо? Ну, охренеть. Блин, я даже не знаю, что у меня сейчас... Не выбрал ничего. Молодец. Минус ход. Ладно, давайте это откроем. Блин, мне реально куда-то туда надо идти с этим лагерем разбираться. И вообще открывать там территорию, куда-то сюда надо город ставить. Чего Брюссель не хочет, чтобы этот лагерь уничтожили? Чё за фигня? А, вот моя ГГшка вторая. Так, чудес у меня походу нету просто. Зашибись. Поэтому он и взял пантеон, у него явно 2 их там. О, кайф, меткалук. 2 культурных. Вообще, я, наверное, смогу попробовать, если этот меткалуком подведу. Может быть, и получится дань с Еревана взять. У меня 2 культурных ГГшки. Это, кстати, прикольно. Ну и где мне город ставить? Прямо на железо, видимо. Все равно с 4 клеток. Но у меня нету лучше места. Просто нету лучше.
Я должен в пятиклетках где-то от Еревана находиться, чтобы можно было дань взять. А, подождите, я первый по... Я должен быть первый по армии, да. Вот он второй город поставил, у него уже... Ну, это второй город поставил, а я с одним городом практически не отстаю. Так, тут надо будет лучника вести на защиту. Пусть лучше вот это вот... Чумоходина здесь... О. Ну, я деньги все-таки возьму. Хотя... Знаете, я не могу у Еревана захватить рабочего. У Брюсселя не хочется захватывать... Блин, давайте, наверное, рабочего. Все-таки. Так, идем на защиту. Блин, тут опять может появиться варвар и захватить рабочего моего. Так, а Ереван... А, он уже не будет. Мне надо этот лагерь убрать. Не буду ждать в данном случае. Просьб. Игра предлагает здесь. Но здесь плохо, хотя... Все же самое из четырех клеток. Может быть и здесь, потому что я вижу, что и здесь вот место есть для города. Так что, наверное, реально сюда надо ставить. Не буду атаковать, просто пойду с рабочим к городу. Так. Давайте библиотеку откроем. Так, на всякий случай, но тут, походу, не понадобится защита. Посмотрим. Возьму рост. Так, наверное, в защите. Посмотрим, сейчас будут лучником обстреливать и дуболомом меня бить. Нет, страшно пока сюда остановиться. Я все-таки под защитой лучника туда пойду. Так. Давайте святилище. Вот это, кстати, зря так долго караван строил. Потому что он мне сейчас пока не нужен. Я потратил ходы на самом деле. Ну, теперь можно подходить потихоньку. Сразу выкуплю золото, обработаю его. Ну, можно... Ну, у меня два железа всего, я не знаю. Я даже на фрегатах не смогу. Есть железо у Еревана, то есть мне Ереван надо союзить. Но, понимаете, приезжает соперник, высаживается там, грабит мне это железо. И что делать? И что делать? В общем, ситуация не фонтан. Это ты вовремя сюда пришел, конечно. Так, вообще, наверное, так сделаю пока. Там тут Россина, я еще рабочий не дошел до, до золота. Так. Ну, наверное, амбар давайте пока. Мне точно храм Артемида надо будет попробовать построить. Что я должен буду от его юнитов арбалетами отбиваться, от его морских юнитов. Да, мне храм Артемиды нужен.
Да, и, короче, и два чуда природы у него. Нормально? Нормально. Может, геликарнас еще попробовать угнать? Так, ну пока в два города. Наверное, сейчас караван, после амбара караван я в Мемфис отправлю. И после каравана Артемиду, после Артемиды посела еще одного. Наверное, еще этого бизончика куплю. Чтобы Мемфис рос быстрее. Так, Брюссель все еще... О, захотел наконец-то. Сейчас пойдем разбирать. Тут я пока стою в защите вот от этого лагеря. Мне, в принципе, метколука должно хватить разобраться. Главное, чтобы сам Брюссель раньше меня не прибежал разбираться. Так, как у нас с демографией? Да, у него круто. Ну, с едой, возможно... Хотя, может, у него Виктория там... Либо Виктория, либо он уже караван. Мне кажется, караван рановато морской. Так, значит, Артемиду. Напоминаю, египтян это все быстрее строится. Ой, блин. Как вас тут много. Так, тут небольшая жопка происходит. Надо бежать скорее копьем. Так, куда дальше пойдем? Календарь особо не нужны. Ну, давайте, наверное, колесо освоите. Уникальный юнит открою, правда. Не думаю, что на этой карте он особо нужен. Но я бы, наверное, в Меткалуке вышел. Вот так. Сейчас будет больно бить, мне придется туда отступать, явно поломают мне соль. Этот сюда станет выстрелить, этот ударит. Лучник, по идее, должен выжить, но очень, очень красненький будет. Смотри, так, ладно, мне придется вылечиться, а не прокачку брать. Железо. Ну, пускай лучник на копейщика отвлекается. О, кайф. Еще одного рабочего мне украли. Зашибись, это, кстати, очень хорошо. Это мне очень нравится. Убьем, убьем. О, блин, какой у меня... Ну, конечно, можно на соль и железо брать, но у меня всего три. Золото и серебра тоже маловато. Ну, наверное, все-таки соль и железо берем.
К сожалению, всего три этих месторождения. Но у него явно, он явно возьмет религию, у него быстрее явно накапливается, тупо потому что у него два чуда. А знаете, какой еще барьерный риф, который из двух клеток дает, там веры просто немерено должно быть. Хорошо, может, надо было его обстрелять. Он на болоте стоял, видите, минус 15% к силе. Так, давайте так сделаем. И так сделаем. Пускай он лучником подходит сам. Так, у Еревана никаких заданий, да? А Брюссель что еще хочет? Ну, великую библиотеку мы... Великую библиотеку, великую стену построить не можем. Ну, то есть по правилам. И нету голосования в Конгрессе. Поэтому пока так. Так, пока стоим, лечимся. Мемфис вырос. Блин, трирему или лаву? Ладно, давайте трирему, наверное. Уже армия. Он, кстати, вполне мог просто своими триремами позахватывать триремы варваров и таким образом получить армию. Вот такая классная способность у турков. Ну вот на этой карте, несомненно, турки очень крутые. Поэтому мне и нету смысла... Нет, рабочего мы заберем. И нету смысла вылазить на море, понимаете? Мавзолей я бы в Мемфисе строил, потому что тут хотя бы камень есть. Давайте колесницу одну, на всякий пожарный. Не помешает. Так, со счастьем пока нормально. Давайте чудеса. Я просто хочу в Мемфисе реально попробовать гелик построить. Блин, а тут камень тоже был. Ну не, ну слабенько. Тут два камня. Я просто думаю, может, типа, кромлихи надо было брать. Не, все-таки вот это... Кстати, Стоунхендж еще можно. Чтоб религию, да? Так, ну для этого мне нужен календарь. Давайте так. 5 ходов до календаря. Тут, значит, еще караван пока. Обрабатывается. Ага, давайте тут шахту тогда делать. Да, Геликарнас и Стоунхендж мне нужны. У меня просто есть надежда, может, около Еревана какое-нибудь чудо, а не все у него.
хочу посмотреть. Так, ну я начну, наверное, все-таки Мавзолей. Я помню, что я хотел посела. Но мне эти чудеса тоже важны. И важно не отставать по вере сильно. Поэтому Стоунхендж нужен. Так, сколько у нас? Два хода до календаря. Наверное, все-таки библиотечку. О! Ну и где он меня встретил? Ага, вон где. То есть он ко мне может проплывать. Надо искать, где этот проплыв. Так, у него бойна, ну тоже культурная, видите. Ага. Все-таки у моего соперника пока одно чудо, ведь у него 5 религий вход, у меня 4. Значит, мне Стоунхендж реально очень нужен. Тут ждать, когда он подплывет, чтобы его обстрелять хоть чуть-чуть. Он там. Не успел. Сидел, ждал, ждал. Жаль. Так, куда дальше? Наверное, в философию. Тут у меня классное уникальное здание. Пока тут потушу. Постою, так сказать. Так, ну я на Стоунхендж переключаюсь. За Египет все-таки чудеса приятно строить. Просто потому что... Сколько? 20% плюс. О! Вот куда нам надо. Вылечить надо копье. Думаю, мы с этим лагерем разберемся двумя юнитами. Так, как тут у нас развитие? Ну, пока получше все. Опять же, у моего соперника 2. Два чуда природы, судя по всему. Пойду обрабатывать. Этот камень пока страшно. Пойду с этой стороны плавать. Тут мне не дадут проплыть. Ну, посмотрим, откуда еще, кстати, может подход быть вообще, в принципе. Кстати, а он... Я не посмотрел, он... Он через волю, ребята. Ну, посмотрим. Я
Это интересно. Ну, мне реально надо в арбалеты сейчас лететь. Мне надо в арбалеты. Ну, армия пока у меня больше. Тем более, что у него там явно много морских. Ну, немного, но точно больше, чем у меня морских юнитов. А, блин. Тут лагерь нужен. Да. Забыл об этом, зря ходил. Ну, в любом случае, нам тут нечего было делать. И он в классическую вышел. Интересно, куда? Давайте смотреть. 67, 77, 77. 60. Ну, оптика, по-моему, сама по себе дешевле стоит. По-моему, он просто все вот это открыл, да. Он еще охоту открыл. То есть мы так приблизительно с одинаковым количеством тех. 15, да, 15, 15. Он открыл охоту, а я открыл констракшн. У него просто вот это все открыто. Пока можно не бояться. У меня как минимум меткалуки более крутые юниты. Он вряд ли ко мне попрется. Есть Стоунхендж. Вот сейчас у меня веры должно быть больше. Капать. Давайте смотреть. У него 55 накапало, у меня 33. И он еще пророка Еревана хочет. Да, тут Буэнос-Айрес надолго у него в союзниках. Черт побери. Так, ну, после библиотеки надо бы посело все-таки строить и уже где-то ставить третий город. Блин, или Нацколледж сначала. Пошли... Погуляем тут, посмотрим, может опять какие-то лагеря появились. Ой, боюсь выходить, он мне тут появится. Не, по идее, я не должен появляться. Нет, давайте на один вылезем. Только что же появился этот лучник. Попробуем обстрелять его. А, я все еще лагеря не открыл. Так, открыл лесопилки точно. Не, давайте сетлера, что тут. Пойдем камень обрабатывать. Сетлера я сделаю там, просто построю сетлера, чтобы он уже был. Сюда прыгну, как он ход закончит. Хотя, что тут ход заканчивать, так встану. Будем ловить. Тут пока нигде нету проплыва. Ну, тут, наверное, будет проплыв, мне такое ощущение. Так, надо охоту все-таки открыть. Охоту я бы дальше реально пошел как-то вот так. Даже так можно. Просто видите, тут еще я не открыл, надо посмотреть.
Так, библиотеку. О, он все-таки основал. Ну, да, но это типичные верования для. Знаете что? Мне кажется, он через туризм попробует побеждать. Типа, ну, блин, маловато городов. Ну, то есть он не может на таком. То есть у него размер должен, по идее, такой же быть, как у меня. То есть вряд ли, ну сколько, 4, ну 5 он городов поставит. Это маловато для попробовать победы туризмом через вот туризм из веры. Посмотрим, куда он тут соберется выходить. Так, ну и куда нам ставить, вести этого пу. Ну, игра предлагает сюда. Ну, кстати. Возможно, это и неплохой вариант в том плане, что сюда он не может особо пролезть. Понимаете, тут Брюссель. То есть он потом только фрегатами, и то тут, видите, конец карты сразу. Но вот здесь. Здесь уже ставить то на море надо, конечно. Здесь грустно. А, давайте сюда поведу. Отлично. Минус его трирема. Не смог он тут до конца исследовать, слава богу. Так что он не знает, что у меня, наверное, что-то. Хотя он мог видеть по очкам в начале игры, что я не на море поставил. Или ставить уже сразу третий город. Тут нацколледж в моем случае не так важно. То есть, почему на двух городах важен нацколледж? Ты так быстрее в Голиасы выходишь. Но я-то не пойду в Голиасы. Блин, я прям на золото скорее ставил, а не сюда. Да, давайте на золото. Тут сразу и до этой рыбы дотянемся, и до этой. Чего тут надо посмотреть, если проплыв? Десять ходов осталось. Пока отстаю по. Ну, я, во-первых, сейчас пророка получу. Ну, не сейчас, а примерно. Там 131 требуется, то есть мне не хватает 20. То есть через 3 хода, возможно, уже пророк возможен. Это вот хорошо, что вот тут нету проплыва, то есть я пока до каравел могу быть спокоен. Да и с другой стороны, что мне волноваться, у меня даже все караваны наземные. Так, что там у чувака с армией? Он ничего не делает. Ну, еда у него побольше. О, блин, я тут уже скоро. А, так я следующим ходом счастье возьму. Нормально. Отлично. Что, висячие сады или оракул? Или вообще, давайте вот это пока на счастье построим. Сейчас, видите, ставлю город и минус счастье, в общем-то.
Так, а вот здесь бы я прекратил везде расти. Так. А не хочет ли Брюссель с этим лагерем, чтобы я расправился? Наверное, надо подождать, когда он захочет, правильно? Кстати, дорогу можно бы проложить, действительно. Извини, дорогой займусь, дорогой. Так, ну у меня уже должен появляться пророк. Я не думаю, что если бы тут был проплыв, что он бы оттуда плыл. Он бы тут проплыл. Оракул он построил. Ну, конечно, в морскую инфраструктуру, скорее всего, пойдет дальше. Ну, волю закрыл. Нет, давайте теперь все-таки висячие сады. Тем более они бесплатный сад дают, который я не могу иначе построить. Проплыла, отлично. Так, ну, короче, чудес у меня рядом нет, оба чуда на его полуострове. Надо с этим жить теперь. Так, где мой пророк? Уже 146, что за херня? Спасибо. Ислам давайте примем. Я думал, может, тоже... Ну, он явно мечети возьмет следующим верованием, но мне все-таки надо религиозные эти... Ну, разные верования в традиции и в воле поделать. Ну, я тут стою, жду, когда Брюссель захочет, чтобы этот лагерь был уничтожен. Так, а что по вере? О, я его вполне обгоняю. Слушайте, зашибись. Я за союзу Ереван, значит, что железо будет. Моя трирема заканчивает путешествие вокруг острова. Так, а какие у него техи открыты? 81. Ну, оптику он открыл. 135, 135, 135. И драму и поэзию он открыл. Ну, явно в Голиасы идет, что? Все понятно. Дань попросил, очевидно.
Поэтому они перестали быть, да, 323. Давайте потихоньку обстреливать. Блин. Было ж 3 очка вроде между нами. Теперь опять он впереди. Он объявил войну Еревану. И что? Он ко мне плывет, что ли, юнитами? Прикол. Ну, у меня ж армия больше. Не понимаю, что он собирается делать. Ладно. Мы просто стоим, ждем. Я уже молчу, то что эти юниты у меня... Ну вот, вот это захваченный варварский, кстати. Захваченная варварская галера. Она, между прочим, слабее, чем вот Трирема. Реально плывет лучниками тут ко мне. Интересно. Так, Брюссель пока хочет просто, чтобы варваров убивали. Давайте как-то вот так встану. Не хочу сейчас опреть, потому что иначе Брюссель сам его убьет. Они мне зону контроля не создают. Ну, тут я просто за союзу Ереван, благодаря его нападению, тут 5 ходов оставалось. А теперь я точно его за союзу. Кайф. Блин, ладно. Все еще не стреляем по нему. Ну что, Брюссель, все еще не хочешь, чтобы убрали этот лагерь? Петру надо. Не знаю, какой-то интересный, конечно, попытка раша какая-то, но... То есть у меня получается, отсюда я держу Брюсселем, отсюда я держу Ереваном. Но Ереван мне надо подкармливать будет деньгами, иначе... Иначе беда, печаль. И проплыть он ко мне пока может только отсюда. Так, он вышел в средневековье, и это явно теология должна быть, да. Ну, я бы оптику все-таки открыл, и дальше таки идем в арбалеты.
Кстати, я думаю, тоже в Exploration пойду. Ты тварь. Но он думал... А может, он и захватил, кстати. Да, он захватил. К сожалению, ладно. Ну что, я построю еще. Трирем. Так вот, хоть, наверное, прямо сейчас, в общем-то. Но он убил его все-таки, да? Ладно, стоим тут, ждем появления юнитов и появления возможности засоюзить Брюссель. Что демография говорит? А городов у него сколько? Пять. А Малаку причем он захватил, кстати. Может, он и Буэнос-Айрес захватит потом? Было бы 6 городов уже можно. 6 городами уже можно что-то сделать. Да, он Ереван будет пытаться забирать. Прикольно. Прикольно. Давайте пока тут триремы фигачить. Так, Петра готова. Цирк, наверное, сначала. Из Гелиополя в столицу все-таки буду пока что. Мне на самом деле и четвертый бы город сделать. О, наконец-то. Есть. Так. Насколько долго я... Брюссель долговато. Вот этот скоро закончится. Надо будет им денег влить. Да, пойду в Exploration. Бы еще Великий Маяк построить в том же Мемфисе, наверное. Блин, 7 ходов. Пока 3 ремы, наверное. Пока все-таки 3 ремы. Не видать, чтобы... Ну, Ереван он, наверное, хочет взять. Хотя со стенами сейчас Ереван... Гад.
Ну да. Нет, наверное, туда куда-то уехал. Давайте еще три рему. Я думаю, три ремы достаточно будет. Давайте сначала конюшню, потом рынок. А, у нас еще один караван возможен, да? А он... Ну, они, по-моему, дешевле сами. Я вот не помню, кстати. Мне, короче, надо варбы, конечно. Вот я, кстати, не уверен, что он уже. Но посмотрим. Так, мне в Мемфисе надо после этого стены строить. Очевидно. После триремы. А может уже, может мне и две, три... Слушайте, мне, наверное, две хватит. Давайте уже стены. А потом просто метколуки. Тут вот дороги надо вокруг города понаделывать. В смысле, я могу купить. Кстати, давайте защитник. Он не укрепил еще религию? Нет, он не укрепил. Думаю, что он сначала будет Ереван брать голиасами, несомненно. Ну, логично. Это просто логично. Блин, мне бы еще четвертый город вот тут поставить. Но я боюсь, что я его уже точно не защитил. Тремя городами хреновато. Надо было все-таки пораньше как-то расселиться. Ну, кстати, вот сюда бы юнит высадить. Да, я так и сделаю. Пока он... По-моему, 289 стоило. А, ну все, вот теперь он точно вышел в Да. Теперь он точно в Голиасах. Ждем Голиасов. Так. Библа. Нет, ну сюда он пока... Ну он Ереван будет сначала брать. Блин, пойти что ли как-то туда еще юнитами пройти, вот на эти холмы. Блин, там их расстреляют нахрен. Тут бы город какой поставить все-таки. Может вот на эту соль поставить, он тогда сразу 2, 3, 4 клеток, и то если пройдешь. Кстати, тоже не заканчивает ход. Так, вот у меня вопрос, вкладывать ли мне деньги в союз, за союзирование Еревана. А, Ереван как раз хочет денег, тогда да. Тогда да.
Не, ну бессмысленно мне было бы здесь выходить в Голиасы. Прямо вам скажу. Тут именно надо отбиваться лучниками. Если вы так вот появились, как я. Да, мне нужен 4 хода. 2. Ну да, наверное, быстрее все-таки здесь будут сделать. Все-таки нужен четвертый город. Рискую, несомненно, но. Он же Инжа наклепал. Так, ну по идее, если я вот этого проатакую, то Ереван убьет. Сейчас глянем. Так, а на кого мне Инжа? Ну, видите, Мачу-Пикчу очень хотелось бы, но у меня нету вообще гор. То есть Мачу-Пикчу в пролете. Что у нас тут еще? Петра уже построена. У меня в арбалет. Так, Инжа просто держим, наверное. Может, на Чеченицу. Подожди, я что, дорогу тут не построил? Показалось. Блин, в Мемфисе так хочется маяк великий сделать. 6 ходов лучше меткалуки строить, честно вам скажу. Да, убил Ереван ему юнита. Отлично. Так, тут надо ли тут стены? Вот сюда, наверное, долговато он будет лезть. Поэтому, наверное, маяк давайте. Хотя вот тоже маяк, он же, ну, хотя бы эту рыбу он. Блин, а с другой стороны, пока. Ой, ладно, святилище. Это ради уникального здания, которое счастье дает. Так, пора принимать exploration наконец-то. Дарбов. Так, подождите. А чё я нацколледж-то не строю? Обалдел, что ли? Так, и уже. Укрепление религии должно быть. Где оно? Так, караван пивы. Все города растут. Да. Дорогу доделать, он бы сюда встал. Так, нам надо все-таки вот
Вот сюда, где у нас этот медколук сейчас. Это... Так, во-первых, мечети берем. И, во-вторых, защитник веры. Так, и метель в Мемфис. Ну, во все... вот и... надо быстрее накопить веру для миссионера, чтобы распространить в этот и этот город. Я думаю, что у него уже два Голиаса есть примерно. Ну, блин, но ну, у меня-то и арбалет, и я считаю, что ходов через 5. Вот над сколь еще построится. То есть, у меня реально ходов через 5 арбалеты. Но он будет Ереван забирать. И он это довольно быстро сделает, потому что у Еревана вообще нету юнитов. Я никак не могу не помешать этому. А вот оттуда уже как он будет действовать? А что у него со счастьем? Ну, у него, наверное, где-то плюс 3. Так что у него все. Ну, пагоды там, конечно, берет и делает. Не знаю, куда он там этими юнитами зачем-то прется. Так, наверное, лошадь обработаю. Лес вырубать надо. Ну что он тут? Блин, я тут дорогу... Тупой. Ну вон и голиасики прибыли. 4 хода до арбалетов. Нормально. Я бы и метколуками, конечно, от голиасов отбился, но арбалеты еще лучше. Жалко Ереван. Но он мне достаточно культуры дал. 7. Конечно, хотелось бы побольше, чтобы я морскую инфраструктуру успел принять. Да, мы после этого пойдем. Наверное, все-таки в гражданскую службу. Ну, инженера надо на чеченицу, я думаю, использовать. Жалко, что вообще гор нету. То не могу вообще. Там что не дают сейчас? Ну вот тут с 3 клеток только обстреливается город. Другое дело, хватит ли мне силы его защищать от Голиасов. Так, вон там он подплывает к моему
маленькому Меткалуку. Может, он хочет уже прямой наводкой идти на... Так, тут прям со стены начнем. На Мемфис. Я думаю, пока нету смысла стоить, у меня не будет денег столько апнуть, поэтому давайте... Давайте гильдию артистов. А здесь все-таки может маяк? Но с другой стороны, ну у меня не будет много морских юнитов. Не, давайте на деньги лучше. Или не, на счастье, на счастье. Это все-таки каждое несчастье это минус 2% к силе юнитов. Поэтому надо. Так, ну, надо сваливать отсюда. О! Так он уже не может никуда. Он, смотрите, поселенца ведет, но он уже никуда не может его поставить. Только где-то с... или здесь. Блин, может он здесь поставит? Вау, ладно, посмотрим. Блин, куда ты поплыл? Вот же ж, блин. Так, надо спрятать, что мне надо... Хотя... Пока стоим, я думаю. Но он сюда явно вел поселенца селиться. У него только вот тут еще место осталось. Так, все-таки Ереван берет, ну да. Логично, как я и говорил. Правда, он пытался сначала вот посела поставить. Ну, просто чем хуже брать Ереван, потому что это больший минус к несчастью. Производство у меня явно побольше, плюс, я напоминаю, у меня храм Артемиды, значит, что я арбалеты еще круче строю, а конкретно на сколько процентов? На 15%. Эти стреляющие юниты на 15% круче строятся. Плюс у меня сейчас появится миссионер, я в Мемфис и Элефантине распространю защитник веры еще плюс 20%. И буду себя чувствовать... Очень хорошо. Да, это будет интересная дуэлька, кстати. Совершенно по-разному играем. Но, не знаю, у меня вот ощущение, что у него получше. Все-таки вот это ограничение, что я не на море, и плюс у меня железа нету. Быстро падает.
Так, Колизей. Ну, наверное, арбы. Может, караван еще? Ладно, давайте пока караван. Это тоже, кстати... А, нет. А, он в рыцарей апается. Дорога к Элефантине проведена. Ну, тут уже, скорее всего, от мастерства войны зависит, как мне кажется. А как он циф-задрот. Будет сложно. Кстати, я 100 монет получу за использование инженера. Все, минус Ереван. Ладно, два хода до морской инфраструктуры. Так, надо включать рост. Давайте, наверное, стены на всякий случай тоже здесь построим. Абсолютно одинаково. А, тут рост не включен. Где разместить, что ли? Так, норм. Нужна дорога еще. Ладно, давайте так встану. Так, тут вырубим лес. Ну давай, подходи. Так, сколько у нас до появления писателя? 4 хода. И как раз через 4 хода у нас чеченица будет и запустим Золотой век. Ну, посмотрим. Посмотрим. Так, и по идее... Давайте я сам ручками куплю. Что надо... Фивах купить миссионера, он может, она может купиться в Гелиополе, он может купиться, потому что здесь инженер стоит. Надо не забыть, что миссионера следующим ходом надо покупать. С
Смотрим, да, видите, недоступен типа для покупки. О, он пошел обстреливать Мемфис. Интересно. Это я вовремя миссионера купил. Так. Теперь мы на... А, так у нас есть уже на мечеть. Так, что здесь? Караван, ну, арбы. Но вообще выглядит, как все-таки он заберет город. У меня такое ощущение. Ну, посмотрим. Так, а счастье куда у меня делось? А, Брюссель перестал быть союзником, фак. Так, следующим ходом чеченицу ускоряем. И следующим ходом вроде у нас должен... А, нет, через ход, отлично. Чувак пишет, что он засыпает. Ну извините, что у меня тут до хрена юнитов. Маяк он построил, маяк. Ну, реально... Для него это логичнее, блин, надо было, конечно, спасти тот меткалук. Так, чеченица. Дальше... Ну, я бы, наверное... Ну, блин, ну не буду я Голиасы строить.
Где сотку получил за то, что использовал инженера. Сотку получил за... Ну, это геликарнас. Очень крутое чудо. Сейчас еще следующим ходом у меня появится великий артист. Я золотой век запущу. А где у меня защитник веры, или он не здесь показывается? Что у нас по армиям? Ну и вообще пока как-то... Ну ему достаточно один какой-то город мой взять. И я загрущу сразу. Сколько тут? Это он мне пытается подставить галеры, чтобы я не... Ладно, давайте так сделаем. Чтобы я его галеасы не трогал. Блин. А он, смотри, он стал в последний этот ходить. Очень интересно. Девки пляшут. Так. Может, бараки уже построить сразу. Блин, я не знаю, какую мне прокат... Ну ладно. Бараки надо. Ну, пока вроде стоим.
Fuck. Минус арбалет у меня. Хотя он, наверное, побоится сейчас сюда лезть. Как у него с деньгами? Нормально у него все с деньгами. С городами у него их 6, да? Блин, может пока не отправлять, подождать. Давайте я не буду отправлять, подожду постройки мастерских и на производство буду. Рассинхрон. А, блин, ну почему вот он быстрее меня загрузился? Расскажите мне. Как эта хрень работает? Выжил этот Голиас. Мастерские следующим ходом надо строить. Боже мой, 52 тысячи армии. Но расслабляться нету смысла, потому что впереди фрегаты. Вот от фрегатов арбалетами будет тяжело отбиваться. Чё? Да, блин, ну... Он, слушайте, он какой-то очень хитро... Он специально пишет, чтобы я смотрел, заканчивает ход. Понимаете? Очень хитро выдуманный товарищ. Просто трындец.
На последних секундах ходит вот это вот все. Все ясно. О, кстати, генерал вроде Брюссель хотел, нет? Или Буэнос-Айрес хотел, да. Спрашивает, почему я жду весь таймер, потому что он на последних секундах ходит, очевидно. Don't lie. Ну понятно, короче, да. Нет, сначала святилище, все-таки в Фивах мастерская. Один ход. В Мемфисе. Тоже мастерскую давайте. Так, вот теперь отправляем в Мемфис на производство. Тут арбы. Я бы тут стоял, кстати, контролировал возможность приплытия на всякий пожарный. Гудериан. Гудериан теперь не... Танками командует, а арбалетами у нас. И тут надо было дорогу еще давным-давно сделать. Блин, а может все-таки выйти? Ну, еле ходят. Ну, кажется, он, мне кажется, он уже сливает, поэтому и начинает нервничать. Все идет не по тому плану, что он задумал. Нету смысла пока здесь строить, тут слишком мало жителей. Кстати, вот здесь маяк имеет смысл. А мне принимать тут нечего. Что не буду я пока писателя задействовать. Засвечивать территорию. Ладно, я тут встану. Тут лучше всего смотреть.
Вот этим пострелял. Окей. Убьем ли мы его? Нет, походу. Так, два хода до Нотр-Дама. Ну, надо арбалеты пока все еще делать. А, не, National Epic давайте. Чтобы быстрее появлялись великие люди. Там лечится в Ереване. Я не хочу заканчивать ход, пока он не закончит, поэтому сидим, ждем. Галерку решил, да, подубить. Может, он на Лефантину пойдет, было бы здорово. Слушайте, ну почему колосс не построить? Он его не строит. Классное чудо. Дополнительный караван. Так, вот тут хочу дорогу сделать. Сначала. Ну давай, иди, Элефантин убей. Так, коммерцию возьму. Сейчас укрепил рели... Ну, он тратил, конечно, веру на покупку пагод, несомненно. Иначе у него счастья просто не было бы. И... Около вражеских. То есть он планирует меня обращать. И он вышел в Ренессанс, но я думаю, что в эту... Каравеллы, конечно же. Так, я бы, наверное, посадил в Ереван, чтобы смотреть, что там у него происходит. Ну, чисто сагрить его, пускай поатакует. Каравеллы все еще не страшно. Когда вот у фрегата он выйдет, тогда мы, конечно, забеспокоимся. Я еще раз повторю, у меня только два железа. Мне тоже, в принципе, можно во фрегаты каперы, но каперы не так круто. Все-таки, как фрегаты.
Естественно, морской караван я удалю, сделаю наземный. Это понятно. Но он много потерял уже. Да, он тоже exploration взял. И вот сейчас с одинаковым exploration все-таки у меня на 30 производства больше. Это без золотого века у меня. Я на 5 тех его опережаю. То есть вот сюда он даже не выходил просто. Даже не выходил. Он пытается фрегатами все-таки продавить. Но это возможно. У меня такое отсутствие железа, что... Я думаю, что у него еще дофига веры. Он вполне может приплывать этим пророком. Пытаться Мемфис мне обратить. Ну, пророк сразу обращает. Так, это мы удаляем. И строим здесь обычный караван. Надо следить, когда он выйдет в навигацию 924. Но я думаю, что науки у него меньше, чем у меня. Не может быть у него больше науки. Несмотря на то, что у меня, конечно, универов еще нету. Слушайте, может, все-таки сначала универы тогда. Давайте сначала универы. Потом компас. Так, знаете, что надо расти? У меня два счастья. То есть Мемфис и Фивы вполне могут вырасти спокойно. И плюс сейчас я доделаю... Нотр-Дам. Караван из Элефантины в столицу отправим. Кстати, я думаю, что в Мемфисе надо будет Ironworks строить, для того, чтобы здесь корабли клепать быстро. Для этого мне в Элефантине... Может, мне мастерскую купить? Здесь мне нечего апать. Поэтому я думаю, что мастерская вполне норм. А, 420 стоит. Купить.
купить. Кстати, куча клеток не обработана на самом деле. Осталась одна мечеть в Элефантине купить. Следующим ходом мы универы будем строить. Что нам бы... Ладно, давайте мастерскую. Красота. На 6 тех я уже его опережаю. Но впереди фрегаты, конечно. Так, побережем. Не знаю, можно на Альгамбру поберечь. Так, чё он тут? Ага. Прискакал. Ну, опять он использует ходы в конце хода, вот это вот все. Понимаете? То есть так себе, честно говоря, человек. Нормально победить не может. Вот такой фигней занимается. Вот это я зря так сделал. Эзопа. Эзопа подставил. Так, давайте подождем, когда с этим конем расправимся. Ну, это хороший план, конечно, прибегать мне все грабить, но вот так делать некрасиво, типа, он высадился в конце хода и сразу вот это вот начал делать. На, блин, думаешь, ты один тут? Этот. Быстроход такой. Так, как мне тут лучше встать? Наверное, вот на эту... Кстати, а что там ГГшки? Быть лидером... Может, дать денег? А на что мне еще деньги тратить? Ну, я бы 500 лучше, конечно. Давайте подождем, когда 500 накопится. Так. Фивы, наверное, на еду. Вот и как с ним до конца таймера не играть? Расскажите. Вот он хочет, чтобы я с ним не до конца таймера играл, а он вот так делает. Он еще, скорее всего, шифтом, кстати, это делает. Вот я что хочу сказать.
Ну, я жду выхода в эту эпоху. У меня нету смысла раньше тратить. Хотя, видите, я тут немножко даже раньше выйду. Наверное, здесь буду держать. Тут смысл мне в фивах держать арбалет. Он там даже ничего не может сделать. С другой стороны, я куплю Буэнос-Айрес, это ему даст... О, все, фрегаты пошли. Ну, сейчас глянь. Ну, у него денег нет, видите? Все апнуть. У него один фрегат только есть. Все мечети везде куплены. Угу. Просто поплавал и решил мне копье обстрелять. Пожалуй, просто производство. Так. Форч, кстати, можно построить. Тоже поможет при строительстве арбалетов. Я пойду в навигацию тоже за ним. Ну, сейчас будут строить. Так, а сколько у него вообще? Ну, у него железо хотя бы как минимум. Ну, короче, железа у него хватает. Я уже вижу, у него 2 осталось. То есть, как минимум, он 4 фрегата строит. Я не знаю, если у него там же, я думаю, что должно быть тоже. Или тут Голиас лучше сделать. Не, мне сначала надо открыть. О, кстати, а я как... у меня какао есть, и я не обрабатываю нифига его. Вау. Так, здесь у него еще. Десант. Надо сейчас арбалеты опять клепать. Но я надеюсь, что он сюда прыгнет, я его убью арбалетом и фивами. А больше ему прыгать некуда. Да, но с другой стороны, хочет увидеть мою столицу. Черт, надо, наверное, не дать все-таки. Ну. Вон прутся фрегатики.
Так, давайте-ка я лучше тут дорогу построю. Вот тут я, кстати, зря в Элефантине дорогу не построил раньше. Чтобы сразу Гудериана, да, перевести сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Что он обстреливать будет мне, пока ничего не делаю. Серьезно, ты отступаешь? Да, тут, конечно, жалко, что не спас. Так. Золото от наземных торговых путей. Здесь лучше встану. Так, что у нас? Сейчас мне деньги нужны будут на ап в каравеллу. Я выведу его, ну, трирему апну в каравеллу, пускай они ее убивают.
Да блин. Блин. Это я не могу пострелять, черт. Чтобы быстрее рационализм принять. 4 хода. Так, а тут еще где-то была каравелла. Так. Все-таки с фрегатами тяжело. Ладно, потеря Элефантина еще не самое страшное. Да ты достал! Не играй в пошаговые стратегии, если тебе медленно. Задолбал. Что берет? Ну,
Ничего, мы не сдаемся. Он сжигать будет, естественно, но это не проигрыш еще. Я опять там поставлю город. Могу я коня за один ход сделать? Могу. Так, никакой чудо я не хочу. София нет. Ну, видите, не могу закончить ход. То есть ждем до конца таймера. Так, два хода. Ну, два фрегата я сделаю, конечно. Блин, а что тут? Ну, наверное, продолжать надо. Арбалеты. Тут опять стены надо. Ну вот, вот эта проблема моего появления, что мне приходится, то есть он контролирует море, а он еще и к тому же, подождите, а я не вижу его столицу, да?
Ну, не знаю, я, по-моему, все-таки пока нормально. Он взял мой самый хреновый город. Так. Один. Мне что-то один ход надо. Наверное, арбалет опять же. И начнем. Или, не, королеву давайте. Надо уже разбираться. Что у нас по науке? Он меня догоняет вообще? О, догнал. Но он, может быть, ученого, кстати, сжег. То есть не факт, что он прям догнал из-за того, что у него наука хорошая. Так, ну я бы... Блин, у Буэнос-Айреса перестало... Ну а так 500 монет давать жалко. Не, наверное, не буду. Да, блин, уже не должен был пророк появляться. Ладно. Хотя, может, стоило его подержать на тот случай, если он будет обращать мои города. Но я что-то их не видать вообще, его юнитов. Он задолбал, конечно. Ладно, у него минус фрегат в любом случае. Так, сначала фрегаты. Два фрегата я сделаю. Кавалерия. Откуда у меня тут два половера? Откуда? Откуда оно давит? Так. Да, отступай, отступай. Блин, не хочу его убивать, чтобы под Ереван не под... Или... А, хрен с ним. Играй быстрее, или я найду новую игру, господи. Да я уверен, что чувак считает, что он уже проиграл, поэтому ему неинтересно сидеть тут. Ой. Так, наверное, тут приватера. Задрот Цивы. Конечно, он
Так, может попробовать его караваны где-нибудь найти и расколошматить. Ну, убил он меня все-таки. Лады. Так, запускаем следующий золотой век. Боже, как он задолбал вот тут меня обстреливать, честно вам скажу. Должен убить фрегат. Кстати, в рыцаря. Давайте апнемся в рыцаря. Давайте здесь я куплю фрегат. Дальше мы тут приватеры строим. Сейчас я ему, вот сейчас пойду фрегатами убивать ему вот там юниты, и он скажет, что ты слишком медленный и ливнет. Вот прям гадалки не ходи. Все, он уже ливает. У меня дохрена юнитов. Я должен, чтобы его развлекать, понимаете? Иди ищи другую игру. Господи. Как вот эти люди играют в пошаговые стратегии? Кто-нибудь мне может сказать? Все. Он ливнул. Ну, я считаю, что это... Просто он сдался. Давайте глянем. Я тебя вот сейчас сохраню. Давайте глянем, какая у него ситуация. Загрузился я за турка. 144 науки у него. А не смотрите, что тут у него строится. Это компьютер, скорее всего, поставил. Не факт, что он это строил. Давайте глянем, какие у него чудеса. Во-первых, Кайлас 6,2. А второе чудо... Ага. И Гибралтар... Ну, офигительные чудеса. То есть, веры у него дофига. Кстати, он практически полностью меня видит, между прочим. Ну, вот это вся его армия. 4 фрегата тут. Этим город не берется. Вот тут я уничтожаю. Скорее всего, Ереван я бы отбил. Ну, предположим, что тут тоже фрегаты. Смотри, давайте еще глянем. У него железо-то есть? Я что-то не вижу, кстати, у него железо. Да, всего 8. Но из этих 6 из Еревана... А, вот железо. Тут у него тоже 2. Ну, типа по-честному, на самом деле. У меня 2 железа, у него 2 железа. Это честно. Ладно, предположим, это честно. Ну, а во всем остальном, я не вижу, как он меня мог бы взять, честно вам скажу. Я думаю, он задолбался воевать уже, что у него по науке, кстати. В банк он вышел. Но я, видите, пизу строю точно инженером, забираю. Тут он еще, у него арбалетов даже нету, Ironworks у него нету. Производство никакое. Кстати, а караваны у него были морские или... Кучу денег, кстати, тратит. Вот не. У него, кстати, тоже наземные караваны. Он побоялся морские делать. Опять же, повторю, то, что тут строится, это не он поставил, это компьютер, скорее всего, поставил. Так что не обращайте внимания. Я думаю, что там он скорее фрегаты строил, как минимум. Ну, короче, это можно было отбиться. Ереван я бы забрал себе, скорее всего. Он не может защитить Ереван вот с тем, что у него тут есть. 2 фрегата вот с этим разбирается. Он не может это все вылечить. Он скорее всего, от Элефантины пошел бы Ереван защищать. В общем, я считаю, что я тут победил. Ваше мнение, конечно, в комментариях, как всегда. Но на этом все. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях.
а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!